Всем привет, и это новое видео по игре Russian Car Simulator. И сейчас я нахожусь вот в таком вот ангаре. Меня только что загрузили досками в такой вот ЗИЛ-бычок. И сейчас мы поедем на стройку. Пришел заказ на перевоз досок. Там строится многоэтажка. Сейчас там будут стоять строительные леса, кран. И мы туда поедем, повезем вот эти доски. Их тут совсем мало. Пол кузова всего лишь загрузили, и все. Для этого нам понадобится вот такой вот бычок удлиненный. Ну и в принципе все. Так, давайте садимся, заводимся и едем. Так, сразу открываю вкладку с поворотниками и выезжаем со складом. Ехать недалеко. Ну, в принципе, недалеко. Так, включаем поворотник. Здесь не отображаются поворотники, включен или нет. Если бы это вы сделали разработчики, было бы прикольно, чтобы в салоне, как в Motor Depot, было видно. Так, и едем. Так, выезжаем на главную улицу. Машин нигде нету. Зилок так качает, как настоящий. Ну и едем до того места. Дом уже, кстати, почти достроен. Это жилой многоэтажный дом будет. Его уже почти достраивают. И им нужны доски. Ну, не говорилось для чего. Просто нужны. За это нам заплатят, естественно, деньги. Так, все, проезжаем дамбу. И выезжаем на такую пригородную дорогу. Дом этот строится не в городе, а в микрорайоне небольшом. Так, ну, дорога здесь такая себе, без разметки. Но все же нормально ехать можем. Периодически так вот подбрасывает. Вот как сейчас подбросит. Такие стыки есть. На дороге, вот вы видите, это дом уже строится. Верхние этажи уже почти достроены, как видите. Так, сейчас будем поворачивать. Давайте сделаю такую вот камеру. Включаем поворотник. И заезжаем. Вот так вот это все красиво выглядит. Так, съехали так. Ну и заезжаем в этот триггер. Все. Нас как бы уже выгрузили. И встаем. Так вот встали. Здесь бы и стоят вот этот кран. Плиты, доски лежат. Сейчас выйду из машины. Так, ставимся на ручник и покидаем зилок. Вот, видите, строительные леса стоят и дом. Он почти достроен, не хватает всего 4-5 этажа. И вот готово. Видим здесь такой вот огромный кран гусеничный. Вот так вот он выглядит. Массивные размеры такие. И вот так вот это все выглядит. Так вот, здесь вот плиты все с арматурой, какие-то они старые, поношенные, видимо, уже. Ну вот видите, здесь такой небольшой микрорайон. Стоят две пятиэтажки, небольшие домики деревянные, еще один дом. И вот такая вот многоэтажка здесь будет. Так, ну что ж, мы свою работу выполнили, один из заказов. Довезли благополучно, без каких-либо происшествий. Ну что ж, на этом все. Вот такое вот коротенькое видео было. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. И всем пока.